Всем привет! Сегодня у меня очень простой рецепт из фарша. Это быстро и очень вкусно. В глубокую емкость отправляем фарш. Мелко нарезаем лук и добавляем к фаршу. На крупной терке натираем картофель и слегка его отжимаем. Вбиваем одно яйцо, подсаливаем, перчим. Я добавляю 1 чайную ложку специй для мяса. Все хорошо перемешаем. Из получившегося фарша формируем шарики. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем шарики и обжариваем до румяной корочки с двух сторон. Тем временем в отдельной емкости смешиваем 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки кетчупа, 200 мл воды. Добавляем немного соли. Как только поджарилась вторая сторона, заливаем. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне 40 минут. Это очень вкусно и сочно. Я часто готовлю такое блюдо к обеду или к ужину. Рецепт простой, пробуйте, готовьте. А я буду желать вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!